Фитнес-клуб «Голливуд» стал местом проведения Кубка Измаила по жиму штанги лежа. В воскресенье здесь пробовали свои силы в буквальном смысле – мужчины и женщины в различных весовых категориях. Организатор соревнований – Федерация бодибилдинга и фитнеса Бессарабии – впервые попробовала провести турнир в таком формате. Возглавляет эту организацию Владимир Сара. А на роль главного судьи соревнования был приглашен наш именитый земляк Сергей Дедовик. Зрителей оказалось более чем достаточно. В помещении бывшей пиццерии яблоку негде было упасть. Итоги соревнования таковы. В категории спортсменов весом свыше 90 кг лидером стал Руслан Алымов, поднявший 210-килограммовую штангу. Среди пауэрлифтеров весом до 90 кг первое место занял Геннадий Зотов, поднявший 175 кг железа. В категории до 70 кг веса лидировал Артем Артемов, поднявший штангу, превышающую его собственный вес, более чем в полтора раза – 130 кг. На втором месте Иван Лянко. Он поднял столько же, но за счет того, что сам весил на килограмм больше соперника, оказался на втором месте. Среди женщин в категории до 60 кг лидировала Марина Текучева, в категории свыше 60 кг – Лариса Орешкина. Для клуба «Голливуд» соревнования стали отличным способом рекламы своих услуг и здорового образа жизни. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер».